Привет, друзья! Вы смотрите программу Only Spin. Собственно, с этого момента начинается для кого как приключение, эпопея, лучшие соревнования страны, кому как угодно, ПАЛ-2017. Я сейчас выезжаю, доеду до моего напарника Олега Маракушева в город Истру, и мы, собственно, стартанем на тренировку перед отборами. Все равно ловить будем на две приманки. Собственно, абсолютно в этом уверен. Так обычно и происходит. Но таскать приходится 42 коробки. Так, друзья, вот уже на дворе глубокая ночь. Мы перегрузились, собрались. Мою машину оставили. И двигаемся в путь. Надеюсь, будет что-то видно. Вот такой вот катер прикольный. Он реально огромный. Вот. Болейте за нас. Пожелайте нам удачи. Стартуем. Олег, как дорога? Дорога? Отлично вообще. Весна на Нижней Волге. Да. Красота. А белая вот это что? А белая это что вообще? Слушай, не знаю. Запрещенный препарат какой-то. Что с ветром? Где-то метров 17-18. Ну, можете слышать, наверное. Нам осталось до базы километров 400. Продолжаем движение. Что происходит, Олег? Мы сейчас будем спускать лодку. Это будет первый спуск этой лодки. И так получается, что он будет в 1400 километрах от Москвы. Ближе мы места просто не нашли с открытой водой. Как-то так. Первый спуск, он как первый секс, наверное, запомнится на всю жизнь. Нет, главное, да, чтобы он запомнился положительными моментами, да? Хотел сказать, блядь, слово. Нецензурное, да, но ничего как бы подобрать не смог из цензурных. Приехали вот на, значит, лодку мы везли вот этим автомобилем, наверное, именно трактором, блядь, поэтому так долго ехали сюда. Здесь как бы на джипе, наверное, можно самому, да, на каком-то глобальном слепануться. Да. В принципе, мы могли и на нашем автомобиле, но лучше как бы не рисковать. Потом просто надо обратно отгонять, идти пешком. Ну все, сейчас мы постепенно спустим, и Олег расскажет о том, что у нас за катер, какой мотор и как будет происходить обкатка. У нас продолжается процесс обкатки, долгий, не быстрый. Вот. Сейчас, думаю, самое время Олегу рассказать про его лодку, собственно, про приборы и, может быть, еще что-нибудь интересное. Олег, привет. Всем привет. Скажи нам пару слов о своем катере, моторе, рыбопоисковом оборудовании. Катер у нас на этот сезон Финвал 555 Спорт Энгер спецкомплектации. А мотор у нас Меркури 150-сильный, 3-литровый. Как он себя покажет после обкатки, посмотрим. В деле уже по рыбопоисковому комплексу у нас два прибора. Это Raymarine
серии ES. И еще один прибор с надписью HDS-9. Производитель неизвестен. Может быть, в Китае их начали выпускать уже. Ну, это требования турнира, да? Такие. Да, да. Но основной все-таки, как я понимаю, у тебя Raymarine, да? Основной, да. Катер подготовили ребята из компании Motorservice, ребята. Спасибо вам большое. Вроде пока еще ничего не отвалилось у нас. Вот. Ну, вроде бы из основного и все. Слушай, ну в процессе обкатки мы уже грузили как бы катер по полной, по оборотам, да? Угу. Какая скорость получилась у нас? Слушай, ну у нас получается при 5900, 5800, там с 19-м винтом, скорость 84 км в час. Ну, для этого кузова, я считаю, это достойно, более чем. Ну, по первому впечатлению, я вижу, ты доволен всеми своими темами. Ну, как бы есть мелочи, да, но не без этого. Я думаю, это все устранится в процессе эксплуатации собственными руками и руками напарника. Ну, как-то так, друзья, на этом, наверное, все. Основное Олег рассказал. Собственно, мы будем дальше обкатывать и потом поймаем... Пороть рыбу. Пороть, да, пороть рыбу. Вот так. Ну все, давай, Олег, счастливо, заводи мотор, поедем дальше. А я вам сейчас покажу этого красавца. На самом деле он огромный, только на суше. А тут вроде такой мотор, как мотор. Видим рыбу на приборе Raymarine. Сейчас пройдем глаз еще чуть-чуть. Слева у нас работает Sonar Chart Live в режиме реального времени. Ну, у нас, в принципе, тут трясован ранее, но может быть что-то изменилось за год, поэтому в режиме реального времени мы рисуем, прорисовываем еще раз это место. Здесь открытый микрофон. Интересно. Угу. Бровочка сейчас у нас будет. А бровки рыба. Но не крупная, кормовая. Видим, пока проходили, испугали. Разбежалась. Ладно, пойдем дальше искать и рисовать. Закончилась у нас обкатка катера. Собственно, два этих муторных, довольно неинтересных дня прошли. Теперь осталось сделать ТО. Вот сейчас ждем, когда приедет моторист. И, собственно, уже с завтрашнего дня приступим к рыбалке, постараемся что-то поймать. Что, если будет интересно, увидите в следующих видео. Пока вы смотрели программу Only Spin, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч!